Анонс и точная дата выхода 27 серии турецкого сериала «Барбароссы. Меч Средиземноморья». 27 серия сериала выйдет в эфир 14 апреля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Урудж и Габриэль столкнулись на поле боя. Габриэль предупредил Уруджа, что закопает его и солдат на этом острове, а затем поставит крест над ними. Но если Урудж преклонит голову и откажется от острова, то его могут пощадить. Урудж ответил, что этот остров – исламская земля. И они пришли сюда для того, чтобы воздвигнуть их знамя. Во время битвы появился венецианский граф Августино Барбариго. Урудж все равно собирался убить Габриэля, но его остановил Хамза, который был наместником Шахзаде Коркута. Шахбаз отправился в Мадон. И Урудж делает выводы, что он ведет сотрудничество с Габриэлем. Хизыр ответил, что он примкнул к венецианцам, а также повиновался им. Они враждуют с ними и скрывают этого предателя. Мерьем была схвачена в плен, и братья строят план по ее спасению. Хизыр прекрасно понимает, что враги собираются напасть на них ради мести. Если они не смогут их опередить, то окажутся в большой опасности. Шахбах вместе с Габриэлем собираются покончить с Хизыром, Уруджем и их воинами в Келемезе, и это нужно сделать до того момента, как они доберутся в Мадон. Все прекрасно понимают, что в связи с такой обстановкой Урудж повысил меры безопасности в Келемезе. Габриэль не понимает, что Шахбаз сможет сделать такого, чтобы провести туда столько воинов, но Шахбаз собирается это сделать руками Ильяса. Напомним, 27 серия сериала выйдет в эфир 14 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.